Всем привет! Не знаю, как мне насколько видно, но у нас в общем сейчас 7 с чем-то утра. Я сейчас собралась, в общем, наконец-то дообрабатываю видео, все выложу. Надеюсь, сегодня хотя бы штучки 4, чтобы загружались. А вообще мы сейчас так мало очень снимаем, потому что у нас слишком много работы. Короче, каждый раз, когда я прихожу с работы, я начинаю либо готовить кушать Инелю, потому что мне, в принципе, сейчас несложно готовить кушать для себя, потому что, как бы, ну, пожевала огурец и нормально, вот. А именно горячее такое нужно готовить постоянно. Или же мы едем, например, куда-нибудь, чтобы я потренировалась парковаться и тому подобное, потому что у меня осталось 2 недели, как мне нужно... До того момента, как мне как бы нужно уже предоставить водительское удостоверение на работе. Вот. У нас, в общем, там капец все происходит. Очень-очень много всего и на работе, и здесь дома, и вообще. И... Нет, не торопитесь взрослеть, потому что это настолько... Что-то, в общем, совсем новое и другое. Это интересно, и это очень... В общем, все меняется, все становится по-другому. Знаете, уже ты уже не ребенок, за которым родители во всем помогут, и во всем где-то что-то подскажут, где-то вообще у меня родители спрашивают, и я думаю, я иногда сажусь и задумываюсь, что как, почему родители у меня спрашивают мнение мое, и потом я понимаю, что, блин, ну, наверное, понятно уже, ну. Что такое будет происходить. То есть иногда у меня папа спрашивает, задает мне какой-нибудь вопрос, и я сижу такая, думаю, а почему он меня спрашивает, разве он не должен все это знать? А на самом деле понимаю, что не всегда сейчас родители могут сказать то, что, ну, могут именно тебе все подсказать, потому что они просто-напросто не знают ответа на это. Вот, поэтому такое интересное, странное ощущение. Но тем не менее, ладно, что, я сейчас, в общем... Вот это загружу, поставлю этот клип, наверное, первым. Сегодня у нас 22 число. Меня так... Я сейчас общалась по вайберу, и меня так это... захотелось мне очень что-нибудь записать сейчас. И, наверное, сразу же обработаю, выложу. Обработаю, ну, склею, короче, клипики, выложу. Что у нас? Ничего интересного у нас на улице. Пойдемте, я вам покажу, что у нас там происходит. На улице у нас вот так вот сухо. Но пасмурно. Сегодня будет где-то, наверное, плюс 5. Где-то так, до среды так останется. Сегодня у нас понедельник, до среды будет тепло. А потом опять станет, ну, так, наверное, где-то минус 5. То есть, когда, в общем, посмотрим, что у нас как будет. Но погода такая скачет. Хотя через сколько уже, 2 недели почти будет весна. Это вообще странное ощущение. Хотя здесь я уже рассказывала, что в Америке они считают по-другому. То есть весна не начинается до 22 марта. Также получается 22 июня — это начало лета, и 22 декабря — это начало зимы. Вот. А еще мы сейчас заметили, что помните, когда мы ездили, короче, покупали все по купонам, у нас заканчивается, короче... Получается, сколько прошло? Мы покупали по купонам... Покупали по купону масло масляное. Когда, получается, прошлой осенью, да, когда у меня родители уехали, то есть это где-то август, сентябрь 2014? Да, 2014 года. Вот как мы тогда и рассчитывали, что, получается, на 2 года нам хватило этих всех запасов. У нас еще много, например, гелей для душа, шампуней. Вот эти вот ополаскиватели для полости рта. Вот здесь у меня шампуни и гели для душа. Вот здесь у меня гели для душа. А, например, вот эти. А, ну вот, написано. Мы купили вот эти... Наверное, вам так темно, но ладно. Сейчас загружу уже быстренько. Вот эти вот порошки мы купили 11 сентября 2014 года. Вот, осталось у нас сколько? Сейчас раз, два, три, четыре, пять, шесть, ну, где-то 7. Нет, даже где-то наполовину полный, поэтому, прикиньте, на 2 года хватило, получается.
этих всех запасов. И сколько мы там потратили? Ну, если обратно пойти, видяшки, то можно, конечно, посмотреть, сколько мы потратили. Но, по-моему, то не больше, наверное, чем сколько все вместе, наверное, не больше, чем 150-200 долларов. Мне кажется, это прикольно. Потому что я помню, когда мы покупали его шампунь, порошки, что-то было там около 70 долларов чек. И мы раз в 4, да, ходили купониться. Ну вот, получается, это, наверное, около 200 долларов на все про все потратили. На 2 года нам этих запасов хватает. Еще, наверное, на дольше хватит шампуня и гель для душа. В общем, посмотрим. Ладно, я сейчас скинула с этого... Скинула видео с одной камеры, и сейчас скину с этой, и буду клеить, короче, видяшки. Поэтому все. Это было такое приветствие. Всем здрасте. И буду сейчас загружать дальше. Все, я погнала. Пока. Все, вам хорошего дня. Хорошего настроения. Хорошего всего-всего-всего. Солнышко побольше. Побольше фруктиков и овощей. Побольше энергии. Побольше радости, улыбок. Все. Увидимся с вами попозже. Пока. Всем доброе утро, всем привет, посмотрите, сегодня 6.31, прям как это, по расписанию иногда я уже выхожу, и Нальчик поехал на работу, а я сейчас занимаюсь делами какими-то вот такими вот бумажными, мы вчера отправляли свои налоги, вот, и поэтому на рабочем столе теперь куча просто документов всяких, которые надо было использовать, и которые мы просто нашли и поняли, что их нужно убрать в... сейф и тому подобное. Вот. Мы вчера у нас было какое третье число. Меня, наверное, разбудило рано, где-то, наверное, часов 8 мы встали. Хотя он так рано обычно не встает. И мы поехали в этот, в магазин, мой любимый Second Hand. И там я могу находиться часами вообще. Мы, получается, приехали вчера туда в во сколько? Я доехала до туда часов где-то в 9:30. И мы там тусовались до 12, почти 2 часа с половиной. Вот. Купили там много-много всего крутого. То, что мне так прям хотелось сильно. Я туда обычно зачем езжу? За кружками и за какой-нибудь новой дешевой одеждой. А затем, что мы купили там еще пару книжек, короче, купили DVD-шку. Ну, сейчас расцветет, я уберусь, потому что у меня, вон, видите, капец творится. Даже спали на этом, на диване. Вот, и сейчас попью свой кофеечку, и потом вам покажу, что мы купили. Вот у меня целый мешочище вот такой вот огромной одежды, которую мы там купили. Я ее тоже сейчас пойду постираю, и потом вам покажу. Кружечки-то всякие, короче, вообще. Я вот сейчас перед тем, как пойти стираться, кстати, у нас пошел снег, и это вообще не радует. Вчера было плюс 12 на улице, представляете? Вчера была вообще жара, вот, и сегодня вот сейчас я выглянула, там пошел снег. Я хотела просто показать, пока, ну, перед тем, как пойду стираться, я обычно убираю вот эти вот
ценники. Вот. А вот такую мы купили футболку. Ну, как это, знаете, как это, не телогрейка, как называется. Ну, вот белье, термобелье, да, вроде так. Вот, какой-то Вулварин, короче, какая-то Росомаха. Вот, купили Инелю. Он такие любит, у нас очень много вот таких вот именно. А вот это вот новое, и она стоит 3,99 за 4 доллара за вот эту вот футболочку. Очень классно, мне нравится тоже. Я их обычно дома ношу. А, ну, просто хотела пару этих цен показать. Затем я уже себе купила вот такую вот футболку тоже дома носить. Я, наверное, просто подрежу горловину, потому что, ну, вот я не люблю такое, поэтому, наверное, подрежу и подошью, чтобы не разошлось. Вот, обычная такая, знаете, футболка. Нью-Йорк, написано город Нью-Йорк, Нью-Йорк-Сити. Нью-Йорк-Сити. Вот здесь статуя свободы за место Старбакса женщины. И вчера на скидке были голубые ценники, вот поэтому вот этот ценник 99 центов, значит, наполовину его цены. То есть вот эта футболка мне обошлась в 45 центов. Что там, 30 рублей? Не знаю, правильно сколько, 40 рублей. Вот такая футболка. Тоже она большая, просто дома носить. Купили шорты. Там тоже висели новые. Вот эти новые шорты. Целая куча. Такие вот мужские шорты. Они стоили 4 доллара. Тоже на голубом ценнике. Значит, вот написано новое. Значит, они стоили 2 доллара нам всего. Сколько это получается? 160 рублей. Купила себе маечку. Тоже на голубом ценнике за $1.99, то есть за 1 доллар, за 80 рублей. Что вам еще показать? Вот такое. Такая вот кофточка мне очень понравилась. Вернее, Инелю она очень понравилась, поэтому мы решили. Она не по скидке на таком вот ценнике 4 доллара. Для меня это дорого, я ее бы не купила, но на Инелю очень понравилась, поэтому вот взяли. Да, вот эти шорты, там висело очень много их, поэтому купили вот две пары, получается. Купили такие же шорты, только в черном цвете. Они все новые тоже, на скидке по 4 доллара. То есть, получается, по скидке они всего 2 доллара каждая стоили. Чего там еще? Ну, вы знаете, как я, у меня этот... Я немножко с ума схожу по шарфам. Вот, я купила такой вот шарф, красивый, мне кажется. Но сейчас, когда вот светло станет, я покажу вам некоторые вещи. Это такой вот огромный, длинный, классный шарф. Такая вот кофта. Это, знаете, как бы не кофта, а, как сказать, такая, в общем, длинная... ну, как? Ну, длинная кофта, короче. Вот, стоила она... Это Target, ну, Target Massimo, 5 долларов, то есть 2,5 доллара. Ну и, в общем, вот такие вот вещи. Вот еще один шарф, вот такого же, знаете, изумрудного цвета. Такого же изумрудного цвета. Ну, сейчас не видно в темноте, она голубого кажется. Это такая вот вязаная кофта. Разлетайка такая. Здесь еще одна длинная кофточка. Еще одна. Что здесь еще у меня есть? Такая вот джинсовая кофта. Даже не знаю, сколько она стоила. Она стоила тоже 5 долларов, то есть 2,5. Купила на работу штаники, купила спортивные себе штаны за 40 центов. Они, короче, обычные совсем спортивные штаны. Фирма, я не знаю, что за фирма. Но все вот такие вот прикольненькие штаники. Футболку с суперменом. Стоила она 2 доллара. Тут просто вот такая вот женская футболка с суперменом. И всякие лосинки себе купила для занятий спортом. И штаны для работы. И обычная серая футболка. Вот. Сейчас расцветет тоже. Я покажу то, что, ну, не из одежды купили. Вот. А на улице прям идет снег. Может, это просто как бы такая изморозь там сейчас, но мне уже не нравится. Вот, видите? Вчера было плюс 12 градусов. Вчера было очень-очень тепло. Сегодня вот белёсо все уже.
Я сохраняю уже второе видео. Посмотрите, какой кошмар. Что это за вообще такое? За не это... невежество. Ну-ка, снег, уйди. Короче, да, подмерзло все помаленьку. Но, в принципе, этого и ожидалось. Я вчера видела, по погоде показывали. Пелька, орешек грызешь? Ну-ка, давай, тебе так. Вот эти две, они всегда друг за другом. И я не знаю, они как бы... Ну, они друзья или они... Вот он побежал теперь за орехом. А, либо они друзья, либо нет. Они вот друг друга гоняют вот так вот, никак ненормальные. Ладно, все, я пошла... Я пошла перекладывать этот... Одежду из стирки в сушилку. Кто-то спрашивал, что там, как это все работает. Вот, в общем, кладешь... $1.50, да, по-моему, да, $1.50, 6 квотеров. Вот этот. Сушилку. Вот это толкаешь, включаешь пауэр, и все. А вот, короче, мы вчера купили вот эти вот пахучки для одежды. Боже, они как они вкусно пахнут, вы бы знали просто. Вот, сейчас я буду загружать. Вот оно после, как это, поле битвы, поле битвы земля. Эти ценники, сейчас их надо выкинуть. Не нашла я. Инель вчера свои провода резала от этих, от колонок. И все мои, как они называются, все мои ножницы потерял. Я не могу их найти вообще нигде. У меня 3 пары ножниц было, не смогла найти, поэтому использую кухонные. Ладно, пойдемте, я вам покажу, что мы... Кстати... Вчера купила я вот такую вот тарелочку. Посмотрите, какая красота. Вообще, это, знаете, для ключей. Вот здесь у меня на столике будет стоять. Сейчас ее почистить, конечно, надо. Она такая покоцанная. Тут какие-то вот цветочки даже на этого выделанные. Вот, здесь она... Ну, еще я не определилась, но мне очень понравилось. Я ее решила сразу же взять, потому что она стоила всего $2 по скидке. Значит, она стоила... Правильно, $1. Вчера мне Инель купила такую вот штучку, во-первых. Это саундтрек к моим любимым грязным танцам. Вот, он мне вчера ее в подарок принес. Смотрите, какой. Вот, да. Такие вот грязные танцы вчера мы слушали на новой системе. А, ценники прилипли к ногам. И сейчас... Ох, как сейчас я уберусь тут вообще, как уберусь. Купили вот такую вот... Такой диск, наверное, все видели, это страшный фильм с этим, с Робином Уильямсом. Наверное, это единственный фильм, где он такой ужасно плохой чувачок. Вот, называется «Фото за один час». И, наверное, все читали, все смотрели это кино. Love Story, я даже не знаю, как она по-русски, «История любви». Еще по нему снят этот «Walk to Remember». Тоже не помню. «Дорога памяти». Не помню, короче, как называется этот фильм. Ну вот, наверное, все читали ее, все видели. Это такая известная история, которая уже много-много лет. А кто не знает, вот это вот настоящая любовная история, по которым сейчас все пишут на эти книжки и тому подобное. Вот, поэтому всем советую. Эрик Сигал. «История любви». Вот, все. Надеюсь, сейчас это солнышко все как растает. И все будет замечательно опять. Еще вы, наверное, помните, у нас были вот такие вот баночки с этим, с монетками. Мы вчера их сдали. Нам отдали $45 там было вот в этой банке. Представляете? Круто как. Вот, смотрите, что я вчера нашла. Бананчик я беру. Сегодня буду делать пирог, наверное, поэтому бананы пусть лежат. А такие вот, смотрите, огромные стаканы. Они, наверное, пивные, как бы, но мы пиво не пьем. Поэтому... А я всегда хотела вот именно большой стакан, например, когда делаю смузи там, или когда я просто водичку пью. Вот я люблю большие, огромные стаканы. Они тоже стоили по $2, значит, доллар каждый, 80 рублей за стакан. Вот такую кружку я купила, тоже клевая, она большая, как мне нравится. И
Прикольная. Он стоил всего тоже доллар. Вот такую, чем-то мне напомнило, знаете, граненые стаканы в поездах, например. Вот, и поэтому я захотела вот именно чаек пить вот из такого вот красивого, мне кажется, клевенький стаканчик. Он всего стоил 50 центов. Затем вот такая кружка, это Campbell's Soup. Суп от Campbell's, наверное, тоже все знают эту фирму. Вот такая, ну это, видимо, как бы супница. Но мне просто она понравилась. Там было много таких, но я решила всего одну взять. Вот смотрите, все, good. И вот это вообще, это просто звезда. Смотрите, какая красавица. Как она мне нравится вообще. Она, видимо, ручной работы. Она вот здесь даже, смотрите, какая-то у него выемка. Ну, мне кажется, как-то, не знаю, клёво так вообще. Классная кружка. Вот, я из нее прям, знаете, что представляю пить? Какой-нибудь кофе со сливками наверху, например, взбитыми. Вот, такие вот кружечки мы купили. Классные, я прям очень счастлива. Что мы там еще купили? По мелочи всякого, короче, щетки для обуви, тарелочки, кружечки. Ну и, конечно, одежда, которая у меня сейчас сушится. Потом я ее поглажу, развешу и вам уже покажу получше. Ну, я всегда обещаю, но никогда не показываю, потому что, как бы, ну, у меня в одежде, у меня нет, как это называется, какой-то помешанности на одежде. Мне как бы все равно. Поэтому покажу, не покажу, не знаю. Посмотрим. Надеюсь, может, покажу. Все, пойду убираться теперь. Поставлю сейчас себе музычку и будем убираться. Буду мыть мою посудочку новую. Я не помню, показывала или нет мою маленькую коллекцию шарфов. Я никогда не думала, что у меня будет столько шарфов, но или шарфов, не знаю, как вам удобнее. Но я на самом деле очень полюбила носить разные-разные шарфы. Совсем вообще, абсолютно. Я могу их даже с шортами из полки просто намотать. Красивый шарф, и будет еще круто. Айнель ушел в своем блюберевском, поэтому я... Не, не блюбери, бургунди. Не помню, как называется, короче. Такого под... Покажу, короче, потом. Обычно у него вот такой вот кашмировый есть шарфик, который он обычно носит с костюмами. Затем у меня вот такой вот платок. Он такой квадратный платок. Это мне бабуля передала. Такой вот пушистый, клевый шарф. А вот этот я покупала, по-моему, за доллар в Нью-Йорке. По-моему, в H&M, по-моему, я не помню. Вот я точно знаю, что вот этот купила я в Нью-Йорке. И вот этот купила я в Нью-Йорке. Это огромная-огромная вот эта шаль. Такой вот у меня платочек здесь есть. Обычный желтый вот такой вот шарф. Желто-голубой шарфик тоже квадратный, красивый. Я его тоже очень сильно люблю. Вот такой вот в клеточку голубенький. И вот эти мои два новых. У меня еще есть какие-то шарфы, но они в этом в шкафу убраны, поэтому я их потом вам покажу. Сейчас вот это все повешу на вешалочки свои. Вообще хочу вот такую из Икеи, знаете, эту штуку, где вот эти кружочки есть, туда засовываешь, закрываешь.